Во второй половине 20 века и первой половине 21 века, как правило, войны никто никому не объявляет. Как правило, войны начинаются без объявления войны и используются таким образом технологии гибридных войн. Это не новость, то, что делала Россия на территории Украины, но это то, чему необходимо знать, понимать и чему необходимо противостоять. В этой книге, которую мы свободно распространяем сегодня среди депутатов Европарламента, интересующимся и Парламентской ассамблеи Совета Европы, интересующимся вопросами проблемы безопасности и обороны, изложены все основные направления гибридных войн, которые ведет Россия не только против Украины, а и против всего цивилизованного общества. В этой книге изложен призыв к цивилизованным странам объединиться против гибридных войн, которые хочет провести Российская Федерация, с целью доминирования на европейском континенте и во всем мире. Одна из основных направлений гибридной войны, которая используется сейчас Россией как против Украины, так и против цивилизованных стран, это пропаганда, это внедрение в информационное пространство других стран с целью того, чтобы граждане других стран доверяли неправдивой информации из Российской Федерации.